это было бы удобнее гораздо. Рисовать. Я с этого. Все будет живым. Оттенками живыми. Не нравится то, что где нужно просто одну линию рисовать, усилия прикладываю много, чтобы было красиво, чтобы было видно. Поэтому я отошел от этой живописи. Я пришел к спонтанной живописи, к спонтанному искусству, где не нужно, где, а которое самое противоположное чертежному искусству, линейному искусству. Интересна тебе такая тема, Баст? Нет? Интересно. Ну ладно, давай не будем об этом говорить. Я, в принципе, не с кем говорить. Искусство, что-то такое. Самое скучное — это рисовать вот этот дом. Блин, еще и к тому же ручкой. Скучнее не придумаешь занятия. Получается криво, потому что это естественно для природы. Снимаю на стрёмный телефон, который даже уже не выпускают. Хотя бы он снимает хоть что-то. Я его уже даже не выпускаю, настолько он устаревший. Здесь, короче, поля будут. Это совсем не похоже на готику уже. Здесь поля, где выращиваются. Save me. Как же оно будет выглядеть, это растение, которое выращивает ксанантино? Ксанантино должно быть каким-нибудь красивым, таким ярким, наверное.
Или наоборот. Сейчас проверим. Нет. Короче, пускай будут такие грибы расти здесь. Хотя грибы это не очень хорошие. Ну пускай грибы будут пока что. Это пока первая версия, из которых выращиваются. Фелия. Ксантантин. Можешь по-мужски мне сказать, что у тебя, что ты вообще рисуешь по-мужски? Ксантантина. Что это такое, Ксантантина? Тебе за эту работу хоть, тебе хоть денег, копейку за это заплатят? Нет. Ты нищий. Да. Ты художник? Нет. А кто ты? Никто? Да. Я биомусор. Биоробот. Ах, что я устал. Нужен зеленый оттенок, ё-моё, зеленый. Зеленый оттенок, ну давай, давай, давай. Как тебя заправить? Пес. Сейчас попробую что-нибудь заправить. Хотя он испортит только все. Так, короче, ладно. Пускай будет так. Короче, вот. Погнали, ребята, давай, давай. Синим оттенком. Дом Константина украсим. Константину. Нужно сначала. Сейчас нужно вообще этот дом просто сделать стоящим из кирпичной кладки какой-нибудь. Как нужно темным сделать.
меня нету. Они все исхудались. Помню, как мы целовались. Ох, моя девушка, ох, как мы целовались, что аж сводило губы. Это не заменит ни одно зелье Константина. Если бы я еще принял тогда зелье Ксантантина, так скажем, Заломакс или Ксанакс, или Алпразолам, было бы еще лучше. Ксанакс, конечно, невозможно принять, потому что он уже в России. Заломакс, он вроде должен качеством хорошим обладать, но он что-то обладает плохим качеством. Строго по рецепту. Две печати, все строго по рецепту, все строго по выписке врача, две печати стоит там, никто не может, никто не смеет до меня докопаться, официально все, причем дофига потратил денег на это, прошу прощения у тех, кто задонатил, но это реально от тревоги помогает мне. Если у тебя нет тревоги, тебе нет смысла это покупать вообще. Только разве что нас как снотворное, так ты лучше. Хотя я не знаю. Снотворного, кстати, не продается у нас ни одного. Купи лучше себе ради снотворное, это этот. Короче, там полно всего этот. Забыл, как называется. Атаракс. Снотворное такое есть. Но оно не снотворное, это транквилизатор, но оно раньше как снотворное продавалось. Я его один раз, по-моему, купил в 2014. И все, больше не покупал. От него просто сон становится мягче. Не парься. А лучше вообще пролечись хорошенько. На пользу пойдет всем. Ну, все больные. Это общество больного. Can you say? Save me. Константино лаборатория. Короче, пускай будет. Тут, видишь, на вот этой вот, на вот этом материале не наносится ни один фломастер, если только ручкой. Вот ручкой, вот каким бы цветом, каким бы изобразить это растение, которое... Пускай будет таким. Я не умею рисовать. Can you say, save me?
Пускай оно вот таким будет. Примитивным. Но хоть что-то будет. Здесь плоды его. Просто собираешь. Что нет друзей тех, которые были в детстве. И бы хотел все вернуть назад. Зло сменило этот мир. Скучно жить здесь без тебя, друзей не густо. Старость только старые друзья. Жизнь такая штука, что частенько нужно выбирать, хотя очень. Грустно иду, девчонка бросила меня моя, сказала, что нет денег у меня. Не буду спорить с ней, много друзей, они подбодрят и пивка нальют. Они подбодрят и пивка нальют. Жизнь станет веселей. Света, как ты могла пойти на это? Теперь с кем-то ты гуляешь, где? Не со мной гуляешь, где это? Пошли вниз. То есть представь, насколько человек унижен. Насколько они вот в эту песню вложили унизительную. То есть, смотри, от него ушла девушка, ну, россиянка, из-за того, что у него денег нифига нет. То есть ты представь, от тебя друг уйдет, потому что у тебя нет денег. Как это? Это же низость какая-то. Во-вторых, он плачет по ней. Ну, это моя любимая песня, знаете, потому что музыка офигенная. Во-вторых, он там пришел к друзьям, они ему пивка налили. То есть он не пришел заняться своим делом, рисовать там, тренироваться, как я делаю, отжиматься на стриме бесплатно, тренироваться, рисовать, таблетки принимать. А он стал пивко пить с друзьями. Прошу, вернись скорее, и он надеется, что Света вернется. Но даже если она вернется, ну как так-то? Ну что такое? Что это такое вообще? Это он чисто описывает состояние россиян. Многих. Ну, каждый из нас переживал такое, вот можно сказать. Он просто поет о том, что все мы переживаем. То, что девушка бросает, что денег нет. Все такое. Что все нормально. Ой, что-то я не могу. Мне так неинтересно рисовать эту лабораторию. Мне так неинтересно рисовать это здание. Я вообще не знаю. Мне не интересны вот эти материальные объекты.
Как же это некрасиво выглядит вообще. Сам себе. Давай из воображения сейчас нарисую, что там внутри. Грустно иду. Девчонка бросила меня моя. Сказала, что нет денег у меня. Не буду спорить с ней. То есть вообще полная жесть, блин. Я думаю, западные панки такое не поют, такую ерунду. Они наоборот поют, что веселую еду. Девчонка бросила банкира. Сказала, что он какой-то там хрен, что он капиталист. А ты настоящий человек. Талантливо рисуешь пейзажи красивые из готики. Не буду спорить с ней. Много друзей. Они поддержат и всегда поймут. Они помогут и... не знаю даже, что у меня нифига нет друзей. Они помогут и камеру дадут поснимать. Процесс рисования, жизнь станет веселей. Свет, точнее не Света, а Дженни, или как там. Амели. I love you, Амели. I love you, Амели. Катаемся мы на скейте вместе с тобой, Амели. И нам не важно на корпорации. Слышала ли я, в России девушки бросают парня из-за того, что у него денег нет нифига. Какая же это низость? Ты ведь не такая. Ты не такая, как они все там. У них тяжелый период там. Политиканы их. Офигевшие. Как еще это скучно рисовать кирпичи. Хоть бы чем-нибудь разбавить это. Не знаю. Это уже не готика какая-то фигня получается. Сейчас я нарисую, попробую нарисовать внутреннюю часть лаборатории, значит, здесь. Я даже не знаю, что там должно быть. Должно быть множество зелий. Мне же это все занимать. Снимает. Зелий должно быть много здесь всяких. Как же это нарисовать-то правильно, я не знаю. Маша, спасибо тебе за все за это, а также Света, которая не та Света, а другая из Москвы Света. Спасибо вам за все за это, за добрую душу вашу эту.
Спасибо. Калиста Клео. Я буду рисовать один, снимать вот на две спицы держал. Смотри, вот они спицы держат. Шерлок Холмс, посмотри. Вот как все здесь выглядит. Можно мне посмотреть? Сейчас снимочки. Часто меня посещают мысли о том, что я скажу, что я был воспитан этой культурой, которая тебе это внушает все. Никогда. Рисовал. Нужно быть вот так. Прошу, вернись тебя, Света. Прошу, вернись тебя, Ксения. Прошу, вернись скорее. Ага, вернись. Скорее я спрыгнул с высоты, чем умерся. Самое грустное, что может быть, это смеяться над человеком, который меньше тебя зарабатывает или ниже тебя по, ну, по этому социальному статусу. Просто действительно, вот Николай Базилев говорил, это очень грустное состояние. Так делать. Девчонка бросила меня. Главное, не он ее бросил, а она его бросила. Понимаешь, вся суть еще российского менталитета современного. Грустный. Понимаешь? Понимаешь? Сечин идет. Грустный Сечин идет. Жена бросила его. Алимент платить теперь. Дофига, не будет спорить с ней, новую он найдет, и будет у него все хорошо, пока не бросит и она его. Жизнь станет веселей, россияне, платите налоги, чтобы Сечин платил своим женам алименты на гуляние в Италиях и в Швейцариях и прочих местах. Эх.
Женитесь, свадьбу проводите. Только вот потом вы разводитесь, как обычно, обогатив этот ритуал. Здесь будет эта специальная, которая поставляет.